Всем ку, ребята, с вами Фрид. Сегодня в ролике я попехался, полутал мистики и так далее. Данный КФГ можно купить, который в ролике у меня на фанпэе. Можно вступить в мой ТГ-канал или в ДС. Там я солью свой КФГ на вилд. И в Дискорде тоже. Ну, а всем приятного просмотра. Итак, в этом моменте мы нашли на РТП просто, спавнер, короче, и начали делать с него фармилку. Бля, я думаю, это все скучно, блядь, неинтересно. Я тут купил, там, блямов 8, по-моему. Короче, погнали к ПВП, блядь. ПВП, я знаю, что вы просто обожаете и любите реально ПВП. Погнали к ПВП. Короче, тут у нас СС. Тим начинает прожимать типа, я говорю, ну тогда погнали, чё. Мы его там начинаем просто сносить. И так далее. Короче, смотрите сами, там, с моей озвучкой, которая сама в ролике. Вот твой мне сет будет как раз. Чё, да. Драка? Убил? Да. Всё, за 4 с починкой. Плюс мне сет. Все надо ливать, слышишь, надо ливать. Залази, залази ко мне. На зерклем не зовут. Короче, в этом моменте мы залетели на втроем на двух типов. Да, знаю, такой себе поступок, конечно, но все-таки. Они меня очень так-то хорошо сносили. И мои тимы уже на подходе были. Ну, короче, просто смотрите, как мы его дропнули. Ребята, реально. Все, залетели. Получше. А чё, креативчик, уже не так смешно, когда на мистике ты меня убивал, потому что у меня, блядь, поносище было. Сейчас снесем, сейчас снесем. Склероза. Я склероза сношу. Я с тобой, я с тобой. Блин, не дал криты. Вниз упал, вниз упал. Он? Все, дроп, дропнул. Его смерть. Минус один, креативчика жмем. Боже, легкие такие. Сусоес. Боже, сусоес, ребята, вы не вывезли. Четыре починка. Почему, ребята, я говорю, что там сусоес и так далее. Они, короче, нас обсирали на маяке, там был маяк, они нас всяко обзывали, мы им все-таки отомстили. Ну, погнали к следующим моментам. Это начало вайпа из-за 4 для нас это просто бомбезно. Стоял я, значит, на хате. Ко мне залетают две аумы. Там был мой тиммейт просто на подстраховке. Говорю, не надо, я их в соло снесу. Тут он начинает просто от меня убегать, что-то пытается сделать, как-то поджечь динамит. И тут он просто раскапывает джимку, я его дропаю. В итоге я дропнул двух алмазок. Там, по-моему, за 3, за 4. Ну, в принципе, начало вайпа неплохо. Ну... Пошлите смотреть следующие моменты. Тут я на маяке с сетом как бы просто по фану решил залутать мистик, чтобы не дропнули. Перед началом открытия я пытаюсь дропнуть всех, кого могу. И просто смотрите, этот самый лучший чистилер, реально, который я когда-либо видел. Этот конфиг, который сутывает. Фу, мистик можно купить у меня на фанпее. Плюс вот мыга к сферам, плюс 4 назерслитка и всякая тема. Этот КФГ можно купить на фанпее по ссылочке в описании. Как бы, если что, ссылка в описании на фанпее, естественно. И на мой ТГ, и Дискорд, и так далее. Полетели к следующим моментам. Ребята, короче, на этом наш ролик заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, покупайте мой КФГ на фанпее. Вступайте в ТГ, в ВК, в Дискорд, хоть куда, короче. Всем удачи и всем пока. С вами был Фрид.
старше for real, для меня это дефолт. Мне нужен рекорд и мне нужен топ. Мне нужен поп. Двигай быстрее, тебя унесет. Эй, детка, жёст хочет слайдить. Что? Ты знаешь, как его завайбить. Ситибой лайф, ты знаешь наш вайб. Городской парень, я знаю, где кайф. Это Big Body Bentley. Бэйби, хочу насладиться моментом. Если ты не знала об этом, в отличие нас, у них тачки в аренду. Окей, это второй раунд. Лондон и Москва нокаут. Это два больших сити, здесь большие парни. Бушида Бензе и Ситибой Арни. 200к, чтобы рокнуть. 500к, чтобы рокнуть. Йоу, бэйби, не злись, я на тебя одну потрачу. Данный софт, который был в ролике, вы можете купить по ссылочке в описании на вот этом прекраснейшем сайте. Нажимаете «Купить аккаунт», ну вот вы заходите, у вас будет так вот, вы там регаете, все делаете. Потом нажимаете «Личный кабинет», «Купить подписку», вводите мой промокод FREED, нажимаем «Обязательно применить», скидка 10%, и покупаете клиент навсегда. Также подорожания будут уже скоро, когда выйдет глобальная обнова на VOD. Там добавят автобай и очень много плюшек. Поэтому успей купить его по такой дешевой цене.